по результатам проверки на автотранспортном предприятии с водителями троллейбусов и автобусов проведена профилактическая беседа по поводу соблюдения правил поведения водителей при перевозке пассажиров. И в первую очередь хотелось бы отметить, что водитель городского троллейбуса либо автобуса отвечает за жизнь граждан, которых перевозит. И хотелось бы обратить особое внимание на контроль и бдительность при передвижении по городским улицам.